Всем привет! Меня зовут Дима. Ну и наконец пришло время написать видеоотзыв, заодно и попить кофейка. С него и начнем. Так, ну, первый раз я пишу такой видеоотзыв о курсе, поэтому строго не судите. Вот, что хочу рассказать. Я долго думал, нужен ли мне этот курс или не нужен. Немного, если честно, пугало, что его позиционируют как курс там для NL2-NL10. Ну, потому что я играл давно в покер. Вот, последний год, правда, не играл. Вот решил вернуться и решил, что курс это такое хорошее начало, чтобы и замотивировать себя, и вспомнить, и узнать что-то новое. Вот. Переживал, то есть, подойдет ли он, то есть, для игроков там NL10, NL25. Вот, потому что я в основном 25-ку раньше катал. Вот. Спек тоже префлоп модель, думал, что она будет чуть-чуть такая для низких лимитов, более тайтовая. Вот, но все равно решил попробовать. Вот, ну и не ошибся. То есть, мне кажется, курс этот рассчитан не совсем на новичков. То есть там много довольно таких, может быть, они и основы, но такие довольно серьезные вещи. И даже выучив и пройдя этот курс, я думаю, ну да, реально. То есть NL25, возможно, даже и NL50, как мне кажется, реально бить. То есть мне кажется, этот курс уже не совсем для новичков, а больше подойдет ребятам, которые там играют там, возможно, уже несколько лет, уже есть какие-то определенные знания, наигрыш. Вот, то есть, вот мои такое мое видение. Вот, по курсу все же, что мне, наверное, не то что не понравилось, что бы я улучшил. Вот, на курсе очень большое внимание уделяется домашним заданиям, вот. И все же проверка домашних заданий, я считаю, что, возможно, большее количество кураторов надо добавить, чтобы домашние задания проверялись не просто на наличие, есть оно или нету, а именно вот насколько правильно мыслится в этих домашних заданиях, насколько правильно их выполняется. По крайней мере, там многие по разборам рук, ну, на форуме, ну, многие задания... Конечно, не лишним бы было проверить, правильно ли вообще, неправильно мысли идут. Потому что выполнить-то это хорошо, а правильно они выполнены или нет, это уже как бы совсем другая история. Вот, что... Это, наверное, единственное, что я бы добавил, потому что в остальном, в принципе, все очень даже неплохо. Вот, мне повезло, я бы считаю, с группой. То есть, ребята, возможно, может, немного менее опытные, но... Очень, скажем так, настроены на развитие, на победу. И с такими всегда приятно общаться, работать. То есть, ну, вот именно группа, я думаю, одно из основных, что мотивирует, что помогает. Вот. И, ну, я считаю, мне с ней повезло. Так, что еще рассказать о курсе? Конечно, блин, сложно, очень такой курс насыщенный, и если, ну, может быть, я медленно как-то выполнял задание, но если, как мне кажется, ответственно подходить к заданиям, то работая или, ну, очень сложно пройти его в те сроки, которые даны, и довольно качественно выполняя там домашнее задание, еще и наигрывать дистанции, но... Особо дистанцию мне не получилось наиграть, потому что, ну, во-первых, у меня как-то температура была, ну, самочувствие не очень. Все же старался, поэтому наигрывал минимум того, что нужно. Вот, все же игра в неоптимальном состоянии, это не совсем плюс ИВ. Вот, дальше по... ну, раз мы уже прошлись, то есть примерно вот, что у меня получилось, там графики, ну, вот, мой рабочий стол... Вот, надеюсь, там все было видно, то есть вначале довольно неплохо пошел, потом как-то
немного такой под конец курса небольшой даунстрейк, ну это бывает, вот, то есть немножко вниз спустился. Так, что я хочу, если сделать, сказать, чтобы сделать вывод окончательный. Курс, в общем, понравился. Не жалею, что все же решил его пройти. Наверное, следующий месяц буду его еще заново так изучать, то есть пересматривать, перечитывать стратегию. Вот, то есть, я думаю, месяц интенсивной работы, плюс еще месяц-два осмысления, проработки вот этих всех вопросов и принесут, надеюсь, ощутимые результаты. Вот. Всем спасибо, тренерам, кураторам, всем. То есть, ребята, видно, что стараются. Понятно, что идеального ничего не бывает, но ребята пытаются все же сделать продукт довольно хороший, качественный. Я думаю, что я не зря потратил свое время и деньги, что данная работа принесет мне только плюсы. Все, всем спасибо, удачи!